Сегодня в разных частях города одновременно строятся сразу три образовательных учреждения. Это прежде всего школа, которая строится в Веселом на 400 мест. И школа, которая строится у нас в Совет-Кваджи. И, конечно, детский сад в Лау. Да, это основные школы, которые должны освоить те все деньги, которые у нас выделены на строительство. Начнем с детского садика Лау. Объект готов на 95%. Сегодня ведется благоустройство внутреннее, уже, скажем так, штрихи. И заводится оборудование, ведется расстановка, расключение. Тепло подключено, воду подключили, канализацию к объекту подключили. Рисков по вводу в эксплуатацию никаких. В конце ноября на объект уже зайдет Ростехнадзор, а в новом году – дети. Отклонений от графика нет и в школе номер 100. В декабре туда завезут закупленное оборудование. В январе школьники сядут за парты. Все в порядке и со школой на 400 мест в Совет-Кваджи. Первый звонок для учащихся там прозвенит 1 сентября 2018 года. Ну и последний вопрос, который меня интересует, это, конечно, перспективы 2018 года, опять же, по социальным объектам. Значит, у нас идет на утверждение школы 82-я, это в Дагомысе, 15-я школа, и 11, это по центральному району. И это планируется к началу строительства уже в 2018 году. Также у нас подана заявка по 11-й школе на Чекменево. В каком году, в 18-м или 19-м начнется строительство школы на Мамайке, проект сейчас на утверждении в правительстве, станет ясно уже в декабре. Ну а проект строительства блока для начальных классов на 400 мест на территории лицея 23, где сейчас находится недостроенное здание больницы, сейчас проходит экспертизу.